Здравствуйте, друзья! Сегодня по всему миру в салонах компании Tesla начали принимать деньги. Вот вы видите очередь большая. Это очередь тут в Калифорнии у нас, в городе Санта-Моника. Значит, очередь эта стоит за тем, чтобы сдать денег. $1000. Вот если вы сегодня, ну и не только сегодня, сдадите $1000, то тогда через полтора года, через 18 месяцев, когда начнется выпуск вот этой Tesla Model 3, а это как бы недорогая модель Tesla, она будет стоить 35 тысяч, и вот тогда вы сможете приобрести, заплатив остальные 34, значит, вот этот самый автомобиль. Tesla ожидает, что в ближайшие две недели 100 тысяч человек сдадут по $1000, и таким образом, значит, они получат $100 миллионов такого капитала. Процент банковский платить не надо, в отличие от того, как если бы они, допустим, где-то вот в банке. Я листаю заметочку на сайте Bloomberg, вы видите наверняка. Вот. А это мы в Нью-Йорке, пожалуйста. Вот в Нью-Йорке тоже салон, тут стоят люди, ждут, пока откроется. Некоторые ждали ночью, приехали, чтобы быть первыми. Вот, и провели ночь там на перекрестке. Значит, дальше мы, что мы видим? Это происходит в Нью-Джерси, город Шорт-Хиллз. Вообще, началось все это с Австралии. Австралия первой встретила, значит, день. Там, где она находится. И вот, значит, началось все это с Австралии. И вот люди, значит, ждали, пока все пооткрывается. Вот такая интересная фишечка. Вот. Так что вы видите здесь твиты разные на эту тему. Вот тут кто-то фотку прислал. Это где у нас? Это в Ден... нет, это Ралей. Это штат... Северная Каролина. Дело в том, что 35 тысяч это, в общем-то, настолько уже доступно по деньгам, что, в общем-то, я не хочу сказать, каждая американская семья может себе купить, но, в общем-то, в основном, вот, люди хотят электрическую машинку. Посмотрите, что творится. Вот. И тут у нас и из Швейцарии, там еще откуда-то. А может быть, ну-ка, не ошибся там, нет? А, нет, это Денвер. Я извиняюсь, это Денвер. Это город Денвер. Я неправильно интерпретировал. Это Денвер. А из Северной Каролины, тут твит был из Северной Каролины. Сори, я извиняюсь. В общем, такая вот замечательная статья про Теслу Модель 3. Сейчас очень много пишут и разговаривают, что мы про нее знаем, что мы про нее не знаем. Прикольная фишечка состоит в том, что никто ее еще живьем не видел. Значит, ее начнут показывать буквально чуть ли не завтра. Я этот момент упустил, не обратил внимания. В общем, вот сейчас начнут ее показывать. Видите как. Так что, друзья, я к чему говорю, что насколько народ интересуется техническими инновациями, это с одной стороны. А с другой стороны, насколько быстро меняется мир, и мы часто об этом говорим, и вообще, что нас ждет впереди? Тут сейчас идет очень острая борьба за рынок электромобилей. Там, думаете, Тесле там как бы теперь масленица круглый год? Нет, нет, там схватка очень сильная, очень интересная. Поэтому, когда меня спрашивают, например, говорят, а следующая машина у вас будет Тесла? Я говорю, наверное, это будет какая-нибудь электрическая, там, через пару лет, но я даже не знаю, почему Тесла. Я надеюсь, что к этому времени абсолютно все ведущие компании будут уже делать хорошие электромобили, и будет из чего выбрать. Так что вот такая новостишка. Счастливо!